Тарасе в жилом комплексе «Нур-Лотан» 90 семьям вручили ключи от квартир. Строительство многоэтажного дома началось еще в прошлом году. Стоит отметить, что данную жилплощадь горожане получили в рамках государственной программы. В девятиэтажном жилом доме насчитывается 45 квартир, 7 тысяч квадратных метров. Планировка предоставляемого жилья варьируется от 1 до 4 комнат. Дом качественный, соответствует экологическим и практическим требованиям. Мы старались порадовать жителей. Мы добились такого результата благодаря труду авторов проекта, технадзору, а также каждому сотруднику. Дом построен в соответствии с требованиями. На каждом этаже установлены камеры, а также работает лифт. Уже около 70% квартир распределены между семьями. Гульсара Балкенова, получив ключи от заветной квартиры, не могла сдержать слез радости. Мы получили нашу квартиру, трехкомнатную. Дом построен хорошо, в новом формате. Мы очень рады. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Стоит отметить, что сейчас ведутся строительно-монтажные работы третьего жилого дома. Этот проект планируется ввести в эксплуатацию в первой половине следующего года. Также в планах строительства детского сада. Катерина Иващенко, Азат Байтемир, 77 News.